Всем привет! Сегодня я расскажу вам про усилитель для акустической гитары H1 фирмы Ortega. Поехали! Усилитель для акустической гитары Ortega H1. Приятный внешний вид, деревянный корпус с матовой отделкой, максимальная мощность 100 Вт. На передней панели два канала. Первый канал – стандартный джек 6,3 мм, имеет ручку гейна, переключатель фазы и трехполосный эквалайзер. Второй канал – мультивход, в который также можно подключить джек 6,3 мм, либо XLR, имеет ручку гейна и двухполосный эквалайзер, а также фантомное питание для подключения конденсаторных микрофонов. Также на передней панели вы видите выход на наушники и вход AUX, цифровые эффекты реверберации и хоруса. На задней панели располагаются выходы А и Б на кабинеты, гнезда Send & Return, то есть последовательный разрыв, в который вы можете подключить свои педали эффектов или процессор, линейные выходы и переключатель при пост EQDI, что позволяет писать ваш инструмент напрямую в звуковую карту или посылать сигнал на микшерный пульт без дополнительного микрофона у кабинета, а также переключатель Ground Lift для уменьшения или устранения шумов, возникающих в контурах заземления аудиокабелей. Акустические гитарные кабинеты Ortega S1 и S2 идеально сочетаются и позволяют добиться наибольшей гибкости при использовании с усилителем H1. Деревянный корпус с матовой отделкой, удобные ручки по бокам, съемная передняя панель, естественный звук для любого клуба и сцены. Мощность 150 Вт, сопротивление 4 Ома. S1 имеет два динамика, широкополосный на 6,5 дюймов и высокочастотный динамик на 3 дюйма. S2 имеет один широкополосный динамик на 8 дюймов. Итак, сразу хочется сказать, усилитель и кабинеты идут в комплекте с чехлами. Это классный бонус, а самое главное, это очень удобно. Вы можете спокойно брать с собой весь стек на концерты и не переживать насчет внешнего вида и сохранности всего стафа. Усилитель оснащен двумя ручками спереди, чтобы было легче доставать его из рэка. И есть еще одна ручка сбоку, чтобы было легче переносить его без чехла. У кабинетов, как и полагается, снимается передняя панель. Можно посмотреть состояние мембраны и динамика. Кабинеты оснащены ручками с двух сторон, но есть один минус. В комплекте с ними не идут спикерные кабели. Так что советую заранее запастись каблом, если вы собираетесь их приобретать. Оформление у кабинетов и усилителей довольно минималистичное. Выглядит просто и со вкусом, так сказать. Я бы сказал, что этот стек похож на радиоприемник моего деда. Давайте послушаем, так ли он звучит. Я записал звук сразу с двух кабинетов и через line-out. Получилось сразу три дорожки. Кабинеты я снимал микрофонами фирмы AKG, серия P17. Довольно простой вариант, но на мой взгляд даже такие микрофоны показали разницу между двумя кабинетами. Гитару-усилитель я подключил одновременно через первый и второй канал. В первый канал я подключился через джек-джек, во второй канал через конденсаторный микрофон. А зачем ты так сделал? Хорошо. Объясняю. В усилителях для акустических гитар очень часто можно встретить два канала. И да, можно сразу играть в две гитары или подключить микрофон и петь в него, параллельно играя на гитаре. Но изначально это сделано для того, чтобы ваш акустический инструмент звучал как можно чище и четче. Хочу отметить, на задней панели есть два разъема Send и Return. Вы можете подключить в них свой процессор или любой другой эффект. И я уверен на 100%, вы оцените качество звука, когда подключите туда ваши педали эффектов задержки или модуляции. Шума станет значительно меньше, звук будет более четкий, в отличие от стандартного подключения всех педалей через input на передней панели.
Подводя итоги, буду краток. На мой взгляд, это адекватный усилитель для дома или для репточки. Может даже для небольшого клуба. Все, что нужно для настройки качественного звука, в нем есть. Дело за малым. Остается только научиться играть на акустической гитаре. Успехов вам! Подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и, конечно же, если ты увидишь этот стек где-нибудь в магазине, то советую тебе его обязательно протестить. Выкручивай ручку реверба на полную, играй Stairway to Heaven и пускай все менеджеры вокруг знают, как звучит этот усилитель. Всем мир, впитывай!